В ходе совместной операции британских и австралийских полицейских конфисковано 8 килограммов амфетамина. Стоимость этих нарковеществ на черном рынке составляет порядка 19 миллионов долларов. По обвинению в незаконном распространении наркотиков задержаны 6 человек. Одного из них арестовали в Великобритании, остальных в австралийских штатах Тасмания и Квинсленд. По данному факту возбуждено уголовное дело.